Дорогі наші дами, я готовий вас завжди ми цілувати, обнімати нашу дочь і вашу мать. Постоянно днем и ночью мы вас любим очень-очень. И зимой, и день весны, без тротур и выходных. Мы любить вас будем вечно, если вы для нас конечно. Будете вязать и шить, и вареники лепить. Мы не готовите стирать, поликать и вытирать, в магазин ходить за пивом, завиваться все на день. Успевайте запомнить. А еще при этом быть причесанной, одетой, ногти красить на руках. Быть кокетливой слегка. Выпить как королева. Не бегать чтоб налево, чтоб сгорали от тоски все вокруг мужики. Ну, с работы нас встречать, телевизор нам включать, наверное, сладкие песни петь, но на ухо не храпеть. Быть готовым в трудный час, защитить себя и нас после бури, чтоб любой может донести домой. И придя на край земли, утречком опохмелить. А за это, так и быть, будем мы вас всех любить. Девчонки, с 8 марта перерыв.